Дорогие друзья, у нас сегодня потрясающее, замечательное событие. У нас в гостях волею судьбы выдающаяся израильская актриса Лея Кеник. И замечательный режиссер Рой Зоган. Приезд актрисы театра «Габима» к нам, для нас это действительно потрясающая радость. Мы вначале мечтали об этом, но то, что это случилось, это действительно фантастика. Я бы хотел, во-первых, сразу подарить вам по букету цветов. Я обязан и должен прочесть несколько, все читать не буду, Александр Александрович Калянин, председатель Союза театральных деятелей России. Народный артист России, руководитель театра «Этцетера», которого мы все давно знаем и любим, он прислал вам приветствие. Оно вот такое большое, но я какие-то важные моменты вслух для всех, если позволите, прочту. Московские зрители познакомились с Леей Кеник в 1990 году. Во время гастролей театра «Габима», прошедших с колоссальным успехом, зрители были заворожены искусством этой удивительной актрисы, читающей русскую классическую поэзию на русском языке. И вот спустя 25 лет стала возможна сегодняшняя встреча, которая, я уверен, подарит московским зрителям радость знакомства с Леей Кеник и режиссером театра «Габима», педагогом театральных факультетов университетов Израиля Роем Горвицем. Его спектакли с большим успехом идут в театре уже почти 15 лет, завоевали любовь зрителей в Израиле, удостаиваются престижных премий на театральных фестивалях. Творчество Леи Кеник известно во всем мире. Эта блистательная актриса всего за несколько месяцев освоила древний еврейский язык и сумела сделать его своим основным инструментарием. Помимо высочайшего таланта и ума, которыми она обладала с рождения, и все это вместе производило и производит на зрителя сильнейшее впечатление. И сейчас ее искусство продолжает восхищать многочисленных поклонников по всему миру. Я счастлив приветствовать этих прекрасных театральных деятелей театра Израиля и сказать о том, что наши культурные связи имеют огромную историю. И я уверен, что они будут успешно развиваться и дальше. Искренне ваш, Александр Калянин. Значит, я хочу только сказать два слова. Дело в том, что волей судьбы произошло, что Лия жила в Кишиневе, и я жил в Кишиневе. Лия была в Самарканде в эвакуации, мои родители были в Самарканде в эвакуации. Так что, кроме театра, нас еще связывают какие-то корневые семейные биографии. И я хочу, конечно, чтобы и Лия, и Рой рассказали нам о том, как они, так сказать, существуют в израильском театре, потому что биография Лии Кеник, это вот сейчас у нас на сайте опубликована, это крупная биография, крупная актриса. Я думаю, что для начала мы вам дадим слово, чтобы вы начали с чего хотите, а потом мы будем вам немножко мешать. Будете мешать? Да. Ну, хорошо. Так, я начну о том, что у меня моя биография... Во-первых, я хочу извиниться, потому что мой русский язык уже звучит когда-то, когда-то я была маленькой, и я говорила много на русском языке, а теперь меньше. А дело в том, что я родилась в фамилии еврейских актеров. Моя мама начала играть, она родилась в Польше, в Лодже, Луч. А папа родился, был Виленский.
И когда я родилась, мама уж была актрисой, она играла с тех пор, как она была маленькая девочка, что называется вундеркинд. Она была такой вундеркинд, а потом стала очень хорошей актрисой. Папа начал в Вильне. И в Вильне там была такая виленская труппа, очень знаменитая в всем мире. Не знаю, они не приехали в Россию, но они были на Западе очень много, очень знаменитые. И я как-то выросла в доме, что жизнь еврейского актера когда-то не была легкая жизнь. Я говорю, перед тем, как был государственный театр, когда было все организовано, они всегда были, как говорят, они всегда ехали, всегда мучались. И это была их жизнь. Жизнь еврейского актера была все время, как говорят, на колесах. И Шолом Алехем, наш большой поэт, он об этом писал, эти звезды, которые все время крутятся. Но эти звезды как-то привезли в каждый дом любовь к театру, любовь к поэзии, любовь. Были прекрасные писатели, поэты, и актеры. Им было трудно, но они все время работали. Первый раз моя мама, она очень боялась, чтобы я была актрисой. Потому что она всегда боялась, что актриса, она узнала, что быть хорошей актрисой – это нелегко. И быть нехорошей актрисой – это очень трудно. Потому что ты много страдаешь, тебе кажется, что ты все умеешь, тебе это нравится, но другим не нравится. И это ужас, когда и другим не нравится. И она меня держала как можно дальше от сцены. Молдова была Бессарабия. Мама была там в Бессарабии, мой отец был в Польше, началась война, они не встретились. Я осталась с мамой, с бабушкой. Началась война, и мама тогда была, когда советские заняли эту, не знаю, как говорить, заняли, не заняли, потому что сегодня уж очень трудно это слово заняли, не заняли. Во всяком случае, она тогда была в Кишиневском государственном еврейском театре, и тогда Бузускин, большой Бузускин, что мы сегодня о нем вспоминаем, он тогда приехал в гости. Началась война, и мы были в большой эвакуации и приехали до Самарканда. Приехали в Самарканде. И что было интересно во время войны, что сейчас же снова были труппы такие, которые начали играть. Интересно, я теперь, когда я вспоминаю, что сейчас люди начали идти в театр. Не было что кушать, но в театр ходили. Слушать, видеть песню, слышать песню, что-нибудь. И я как бы тогда познакомилась больше с тем, что называется театр. Я была далеко от него, но мама меня тогда, в то время, брала в оперном театре. Я люблю оперу. Было очень много оперных спектаклей, было много оперетных спектаклей, были прекрасные актеры. И тогда они были мобилизированы в такие группы во время войны, и мы начали ехать. Мы 2 года я была в вагоне, когда я кому-то говорил сегодня, что у нас было 5 детей, что мы жили в вагоне. Вагон, что ехал из одного города до другого. И было... И что можно было сделать с детьми? Немножко их учили, там лучше читать, лучше... Но видеть театр. Я видела театр. Я видела тогда... Ленинградский театр, Кировский, они были эвакуированы в Молотовске. Вы знаете, где это Молотовск? Где-то в Сибири. Они там. И я там видела первый раз Гаяне Хачатуряна. Там была премьера этого спектакля.
И она очень все время как бы хотела мне заполнить мое воспитание с любви к культуре, к театру, к читать, слышать и так далее. И после 2 лет она сказала, нет, у меня девочка, она растет, она алфабетка. Мы поехали в Ташкент, мы там остановились. Я заполнила школу, и тогда у меня была прекрасная учительница. Она моей маме сказала, слушайте, госпожа Кенниг, вам ничего не поможет. Она будет актрисой. Мама сказала, я не хочу слышать. Не говорите мне, она будет актрисой. Она была психолог, была очень интересная женщина. Думаю, часть моего воспитания зависит от этой женщины. И потом я закончила школу, мы после войны. Мы приехали тогда в Кишинев, тогда я жила в Кишиневе. Из Кишинева мы потом уехали, мой папа в это время, он умер. И мама вышла замужем еще раз. А мой отчим, он был басарабский, он был из Кишинева, Бельцах Кишинева. И мы возвратились тогда, тогда уже Румыния, и там мы остались. Там мы остались, они закрыли тогда все границы, были, все было закрыто, уже нельзя было ехать никуда, мы там остались. И там снова сделали государственный театр. Конечно, другие, в Бухарестах был государственный театр. И тогда я познакомилась с моим мужем. Он был такой красивый парень, интересный, прошел всю войну. А я была тогда, мне было 17 лет. Вы знаете, 17 лет в 1950 году, это не было 17 лет сегодня. Потому что я, когда сегодня говорю с девочкой 17-летней, так она на меня смотрит, знаете, она знает все. Я уже ничего не знаю, она знает все. Они умные, они все знают. Они знают, что они хотят в жизни, они знают, как они хотят жить, как они будут жить. Я не это знала, и когда я с ним ходила, он за мной ухаживал. Я была в таком, такой красивый парень, все. Так я не умела говорить, но я начала ему читать Пушкина. Я очень любила тогда Пушкина. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе дом. И он так на меня посмотрел, он говорил, слушай, я думаю, что ты талантливая, почему не стала бы актрисой? Тогда были такие приемы в театрах и все. Я пошла домой и сказала, мама, может быть, я тоже буду актрисой. Она сейчас поняла, кто мне это всунул в голову. Но тогда она сделала очень, она была очень умная женщина, кроме того, что она была прекрасной актрисой. Она сказала, слушай, теперь, вы знаете, делает, как называется, приемы, audition. Приходят 300-200 людей для audition. Этот прием, этот экзамен я хочу сделать, если ты так хочешь. И сказала мне, слушай, возьми там в другой комнате, в библиотеке, есть там что ты хочешь, приготовь что-нибудь. Я пошла и приготовила рассказ Шолома Алейхема «Мир из гитих бина юзин». Это очень красивый рассказ Шолома Алейхема. Я стояла так в салоне и сказала этот «Мир из гитих бина юзин». Мой отчим был ужасно против, он говорит, зачем? Зачем? Хорошая портниха, хорошая учительница, хорошая, что ты хочешь, зачем актрисой? Все будут говорить, у тебя немножко длинный нос, у тебя ты немножко развита, у тебя ножки немножко полные, тут ты такая полная. Зачем тебе это нужно? Но мама немножко безразлично говорит, правда, у меня немножко длинный нос. Немножко развита такая, да? Но есть у нее что-то. Что? Она, когда она будет на сцене, если она будет, то
то, что она говорит, дойдет до конца. Рома, что ты говоришь, это дошло до конца? Очень четко. Пожалуйста. Она говорила, это же вот она это говорила. Значит, уметь, чтобы у тебя был этот талант пройти сцену, зайти, войти в публику, и чтобы тебя там слушали и хотели слушать. Ну, я потом пошла учиться, меня приняли. Я, конечно, сказала, что, как видно, я ужасный талант, и я сделаю все. Мама сказала еще раз, иди сюда, девочка, слушай, если ты идешь с мыслью, что ты все будешь иметь в театре, так не ходи. Ты должна знать, не каждый тебя примет, не каждый тебе даст эту хорошую роль, ты не каждому должна нравиться. И если ты не приготовлена к этому, так лучше не начать с этой профессии. Она профессия, что она требует, и ты должна дать, если ты не даешь. Как говорят фундикишкис, как говорят на русском языке фундикишкис, так и если ты не даешь от себя тотально, так это не работает. Ну, я начала играть, конечно, я хотела все играть, и играла. И как-то публика приняла. И я в румынском, это было на еврейском языке, мы играли. И как видно, то, что она сказала, было во мне. И я успела, и потом началось это... Выезд в Израиль. Почему был выезд в Израиль и почему поехали, это уж, знаете, другая история. А во всяком случае, я приехала в Израиль с мужем. И я помню первый раз, когда я выучила роль. И было, там тогда были эти все актеры от Бахтангова, Бертонов, Финкель, Ровина, все эти большие актеры. Когда я вышла первый раз на сцену и открыла рот, и первый раз сказала фразу на иврите: «Госпожа, вы не знаете, что это такое?» И вдруг я слышала, что смеются. Я сказала, они меня поняли. Они поняли, что я сказала. И так я начала медленно играть. Что было очень важно, что публика начала просить, кто она такая, кто это новая, что приехала. И потом мешали еще одну роль. И, как говорят, это не прошло все так, но это прошло. Ну и это работает. Сегодня я актриса, теперь говорят, она – это Хабима. Хабима – это она. Так я дожила, все, но жалко, немножко поздно. Но ничего, я приехала в Израиль в 61-м году. В 61-м году уже что-то изменилось. Эти, которые приехали из России, эти, которые учились и работали с Вахтанговым, конечно, у них... Потому что, как видно, Вахтангов, он бы тоже изменился со временем. Они были очень, они привыкли к Вахтангову, они сделали несколько спектаклей с ним прекрасные. Я еще видела у них дыбу, которую он ставил.
И это было большое впечатление. Он сделал специальный дыбок такой в то время, что тогда был большой успех во всем мире. И вот в том, что они первый раз говорили в театр на иврите. Они были первый театр, который был на иврите. У них было очень много, как говорят, сил приехать. И тогда Израиль была, еще не была страна. И они все-таки приехали из большой России, они все-таки ехали в большой Европе. И они приехали, и была группа целая, Ровина, Мескин, Бертонов, что они остались в Израиле. И благодаря им в Израиле есть сегодня большущее движение театра. Я не знаю, если вы еще можете представить, мы говорим о очень маленькой стране. Очень маленькая. Мы думаем всегда, что она ужасно большая, но реально она очень маленькая. Сегодня в Израиле нет места, где не стоит театр. Театр, который можно играть в нем. Нету места, где мы не едем играть там. И у нас есть так, Хабима, национальный театр. У нас есть Камерный, муниципальный театр. У нас есть Бейт-Лессин. У нас есть театр в Бершеве, что он перманентный театр. У нас есть театр в Иерусалиме. У нас есть театр в Хайфе. Кроме еще не знаю сколько групп. И все эти играют каждый день. Тель-Авив – это маленький город, если бы по сравнению с большим городом. Хабима играет в трех или в четырех залах. Камерный играет в трех залах. Бейт-Лессин играет в трех залах. Это каждый день. Каждый день. Не раз там. Я была в Канаде, я была в многих местах. Нельзя сравнить. Вообще нет у них такого, нету, когда в этой большой Канаде ты ищешь, должна ищет, где играют, где есть театр. У нас, и это благодаря этой Хабиме. И, конечно, что, когда я приехала, но что? Правда, что эти, которые были тогда, такой Мескин, такой Бертонов, такой Финкер. Нету, не выросли такие. Есть хорошие юные актеры, но нету этих фигур, этих, знаете, ходит актер на сцене. Они были фигуры, у них была эта база ихняя, вахтанговская, была так, говорят, eingeboren, ein у них. И, конечно, Ровина, что она... Когда я приехала, у нас была немолодая дама. Она еще играла молодых, и уже начали не принимать этого в театре. Уже сказали, она не может играть Леале в Дибуке. Леале в Дибуке – это молодая девочка, 16-17 лет. Она была прекрасной, она сделала фурор в социальной сети. Есть очень много перемен. Все изменяется. Сегодня в Хабиме почти нету. Я еще там, но я, собственно говоря, не была из Вахтанговского театра. Эти, которые были, нечего делать, их больше уже нет. Но атмосфера, знаете, ты чувствуешь театр. Чувствуется. Многие изменились, а все изменяется, все меняется. Я думаю, что тут тоже, мне говорят, что тут тоже в России. Я жалко не видела в последнее время русский театр. Но говорят, что тут тоже есть много переменилось. Я сегодня, кому я вам сказала, что я видела в Бухаресте, приехали еще с мертвыми душами, да, Мхатовский театр,
который режиссировал Станиславский. Они приехали с этим спектаклем. Это было что-то необыкновенное. Тарасова еще, я видела Тарасу. Я не знаю, если сегодня есть эти вот силы этого. Но есть другие. Как говорят, мы живем в другие времена. Все меняется. И меняется очень быстро. И нужно идти с временем, нечего делать. В общем, я играю теперь в трех пьесах, которые одна ничего не имеет общего с другой. И это мне очень интересно. И, конечно, каждый меня спрашивает, как я помню, почему я помню, как я помню. В Израиле у нас есть это такое нетактичное. Слушайте, вы в вашем возрасте, вы еще ходите, вы еще люди дышите, вы еще кушаете. В Израиле нет проблем. Сколько вам лет, что вы кушаете, сколько вы зарабатываете, почему нет у вас детей, почему да, есть детей, почему так много. А, так это наша, как говорят, наша жизнь в Израиле. И я должна вам сказать, что я так рада, действительно рада, что я приехала. Мне так интересно вообще быть в России, знаете, для меня это как будто бы я все вижу. Я вижу себя, я вспоминаю, где я была, что я видела, что там было такого. И вообще атмосфера в России, это специально, это не есть, знаете, как в Европе. Европа, они как-то все вместе, как-то то товар. Америка – это вообще другое дело. Но в России это специально, это культура, это все, что есть тут. Спасибо. И я очень рада, я думаю, что я получила очень много того, что я была тут во время очень тяжелые времена. Я не должна вам сказать, что это война была, это война, что мы пережили тут в России. Я еще до сих пор слышу в Ташкенте, когда мы жили, у нас были соседи, она потеряла сына. Я до сих пор слышу, как она кричала, когда это впечатление, что ты получаешь как девочка. Было трудное время, но русский народ, сильный народ, он умеет пройти такие тяжелые времена. Но это культура, это что я тут учила, что я тут читала, что я тут любила, это осталось, и это, как видно, мне дало то, что есть внутри.